Всем привет! Вот я наконец-то проснулся после вчерашнего стрима, после наших трешечков на подземках. Кто там был, обязательно ставим лайк. Ну что, сегодня у нас будет очередная топ-имба на нашем нуба-аккаунте, скажем так, на китайке. Но он уже не нуба-аккаунт, он уже один из топовых. Потому что на нем уже есть практически все герои. Нам не хватает только Рино, Повелителя, последнего Повелителя дырочек и Ронина. Все остальное у нас как бы есть. Даже повторочки есть за минимум вложений. Ну и сегодня на китайке у нас акция очередная, где мы забрали не одного, а сразу два Рину, сразу скин и сразу руны на его прокачку. Плюс дополнительно у нас также есть коробка, слизнячки. Ну, ребят, это топчик, это обязательно ставим лайк, подписываемся на канал, делаем репосты, пишем комменты. Но не знаю, как по мне, здесь нам намного удобнее и комфортнее играть, чем на нашем русском сервере. Вот такая вот у нас акция была, ну не знаю, это круто, как по мне. То есть герой, сразу повторочка, сразу скин, ну что еще надо, реально. Так, и смотрим дальше акции. Вот еще одна акция тут, за, по-моему, за 100 самов вы получаете 5 камней, за 600 вы получаете 3 карты подземки, не подземки, а этого забытой битвы. Ребята, 3, у меня уже их 6. Будем ждать момента, будем брать 1500. Забираем. Что тут еще такое есть? Ну, есть две руны эволюции, руна на агментацию. Ну, это как бы такое себе, оно нам там особо не надо, но мы тоже это заберем. Так, это мы забрали все. Получить. Ну, идем дальше трешевать, ребят. Это не все. У нас тут есть акция. Кто смотрел предыдущий выпуск? Это просто жесть. Просто жесть, ребята. И тут мы забираем, после грубой силы, забираем еще одного одушевления 5 уровня. Это просто жесть. Сколько я намучился с ним на основном аккаунте. И забираем сет гнева, 5. Еще один 5 сет на начальном аккаунте. Как по мне, это тоже очень достойно и круто. Так, забираем КГшки. Вот, как видите, даже у нас 2 миллиона синих кристаллов, как раз на прокачку просветов. Открываем, давайте откроем нашу новую имбу. Вот сразу получил героя, сразу получил повторку. Сразу сэкономил на 20к кгшек. Чем плохо? Бог войны. Давайте активируем ему сразу скин. Ну, круто. Так, скин активирован у нас. Откроем второй талантик. Ракушка. Ракушка и бог войны. Так, получить. Так, ну что, воодушевление. Я уже говорил, я хочу поставить. Я хотел бы еще одну тыкву с воодушевлением сделать более высокого левела, чтобы трешевать. Также воодушевление нам тут надо на архидемона, но пока там замедление нам его, думаю, хватит. Но самое основное, кому, это Афина. Вот у нас есть одна такая, она будет, на нее скина нету, поэтому она будет у нас качаться таки дальше с просветом для книг и значков почета. А мы откроем еще одну. Вот так вот. Хоба! И у нас еще одна Афинка. И она будет у нас сразу с воодушевлением качаться. С
богом войны. Почти 5. Я уже думал, блин, сейчас придется выбирать просвет. 4-8 бог войны. Ну, тоже неплохо. Как видите, тут куча рун уже есть. Куча талантов. Открываем. Ну, ребята, обязательно поставьте лайк, потому что 5-8 Афина уже есть. Мы ее также улучшим и будем качать в потолок. Она нам нужна будет для прохождения фарма локаций. То есть таких, как там, допустим, та же самая лава, адский саммит, угольная армия. Будем там пытаться что-то сделать нашими нубогероями. Также на волнах, то есть практически везде она будет использоваться, очень хороший для нее талант. Она будет там раз в 10 секунд заряжать полностью на фул наших героев, то есть нам не надо будет куча воодушевлений. Ну что, давайте тебе наш Рину потрешуем с талантиками. Может, что-то годное выпадет. Так, грубая сила, воодушевление. Да что не падают пятерки? Такие таланты падают. Так, гнев. Ну, давайте теперь коробочку, как обычно. Не знаю даже. Я даже не знаю, что я хочу здесь на Рину. Ну, смотрим. Ребята, ремка, это жесть. Это просто жесть. Так, ремочка. Кому нам нужна ремочка на нашем аккаунте? Хрен его знает, кому она нужна. Так, малышник, некрос, бигфут. Ну, я думаю, может в арке поставить. Минотавр. Ворожей нам не нужен. Так. Тыква, Купидон у нас уже с ремкой. Ну, это круто, блин. Ремка с коробочки. Просто топ. Хранителя одного еще сделать ремочного, возможно. Так. Ну, ара у нас без ремки. Можно и ресику. На битву гильдии, думаю, будет самое то. Дерево. Либо дерево. На ару, в принципе, у нас есть. Но нам также нужна будет ремка на хрона. Рунами ремочка есть на хрона. Хрон, Купидон. Ну и на Минотавра надо тоже. Вот тут сложный выбор стоит. Что делать дальше? Так, Варлок у нас уже с талантиком. И Валька нужна тоже с ремкой. На Хрона, в принципе, если поставим рунами Купидон, тогда на Минотавра надо будет. Ух, как сложно. Даже не знаю, реально ремочек не хватает. И на дерево надо, на рез героев. Ну, это такое, там, в принципе, можно будет поставить. Блин, сложный выбор, конечно. Ну, армы, в принципе, использовать сейчас особо так часто не будем. А вот хранитель для той же самой битвы гильдии, для по локаций. Ну и Валька тоже нужна. Ну, Валька, в принципе, там не особо нам пока нужна будет. Дальше нужна будет тоже ремочная. Так, а ну-ка давайте подумаем, у кого плюсов больше. Кто нам более нужен будет. Так, Купидон, ара для по локации. Ну, в принципе, ара уже не особо такой актуален. Валька практически везде надо будет. Но, блин, и хранитель нужен. Рун ремочный. Пока у нас нету кучу рун с ремочкой. Для подземок он сойдет. Однозначно для бафа сразу.
Он плюс Купидон. Потом. Блин, жесть, жесть, короче. Не, печатаем, распечатываем, ребята, второго хрона. Потому что это нам пригодится и для БГ, и для фармов тоже, в принципе. И в забытые он будет в пачке сразу бафать. Я думаю, это тоже будет нормально. Этот у нас будет для прокачиваться для БГшек с корочкой. Для атаки в лоб. Бум-бум-бум-бум. Блин, ну и дерево тоже надо с ремкой. Если так разобраться. Если мы хрона сможем, в принципе, хрона и так набафать Купидоном. И тыковка зарядит, он включится попозже. То вот резнуть героев. Но у нас тогда живы нету рунами. Дерево. Блин. Настолько сложный выбор. Да, делаем, ладно, делаем хрона. Делаем пока ремочного хрона. Все равно нам потом надо будет их несколько. БГ это... Так, ну блин. Блин, и на дерево хочется ремку. В принципе, Купидон... Хранитель и так набафает потом. Купидон зарядит, тыковка. Он даст баф попозже. Все-таки, ребята, я поставлю на дерево. Долго думал, думал, думал. Нам дерево надо будет на атаке фортов, на битве гильдий. Подземки мы и так зафармим, поэтому ставим дерево. Вот так вот. Думал, 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 все-таки родил. Так, хорошо. Дерево у нас с ремочкой. Следующая ремочка у нас пойдет. Пойдет, а мы там уже определимся, кому она пойдет. Но сейчас нам надо Бигфуту рольный талантик. Что-то интересное посмотреть. Так, ремка. Ну-ка, рандомчик. 4-5 корочка. Ну, пока поставим, мы все равно его качать особо не будем. Потому что у нас есть другие топовые герои. Так. Открыть. Блин, настолько сложно тут расставлять талантики. Даже себе не представляете. Дерево, в принципе, нам и в подземках сейчас будет нормально заходить. Так. Ну, у нас есть новый 5-й сет. Я его не зря брал. А все потому, что я хочу потестировать 5-й сад гнева, который у нас будет давать и точность, и крит на нашем Анубисе. Сейчас мы немножко потрешуем. Нам надо сделать 71-й просвет. Да, ребята, это однозначно жесть. Чтобы у меня были такие таланты, такие герои. Как по мне, сейчас намного проще играть, чем раньше было это все. Так, сейчас мы быстренько докачаем манку. Так, что там у нас, какой уже он? 62-й, 63-й. Почему я хочу Анубиса вкачать? На нем стоит грубая сила, которая... при срабатывании крита дает процентуально больше урон. То есть она, по сути, получается круче, чем бог войны, если герой критует. Так как у нас Анубис, он без эволюции пока что, то ему нужен как-то надо достать крит. Это либо созвездие, либо артом.
Так как у нас и того нету, не открыто оно еще, то мы попробуем поставить пятый гнев, который дает дополнительно шанс крита. И протестить ради интереса, будет ли оно реально срабатывать. Заодно и узнаем, есть ли смысл собирать гнев рунами. Смысл, конечно, есть. Любой руны есть. Но вот именно хочется. Мы, кстати, это можем и на Минотавре протестировать, но я хочу посмотреть именно на Анубиса в такой прокачке. Сейчас у нас стоит воодушевление на нем. Так, тут уже надо побольше. Многие бомбят, почему ты не купишь то, почему ты не купишь это за самое, ребят. Я всегда был сторонником рационального доната. Потратить 5-10 минут на прокачку — это не проблема. Так, 64-й. Мы с таким темпом скоро уже апнем себе нормально силы, да, нам надо будет качать дальше силу. Думаю, возьмем топчик, обгоним в гильдии некоторых. Сейчас посмотрим, сколько у меня там в гильдии по силе у народа, что получается. ...206, 160, 180. Ну, короче, сотку можно свободно гнать. Как вы думаете, сколько мы сможем максимум за день поднять силы? Напишите в комментах под этим видосом, сколько мы сможем максимум за день силы прокачать. Ну, как бы рационально тратить ресурсы самоцвета. Если так, то, конечно, можно дохренища. Исходя из того, что у нас уже есть на аккаунте, то есть мне интересно, как вы думаете. Так. 65-й. Вот Минотавра немножко подкачали, и вообще супер. Так, тыковка. Вот стрелка нету. Это очень хорошо. Вот 100%. Вообще супер. Так. Думаю, мы скоро с Анубисом нашим закроем не только обычные подземки жестокие, точнее жестокие у нас остались, ну и начнем фармить уже полным ходом кошмарки. Вроде как бы прокачка героев позволяет это делать. Единственное, там еще некоторые нюансы есть. Ну не знаю, это просто жесть. Мне этот аккаунт настолько нравится, и так неохота его, честно говоря, прокачивать по максималке в некоторых случаях. Так, тыковка, живи. Так, нас кого-то убили, Дрейка, но это не страшно. Так, что там у нас? Еще немножко, ребят, еще пятерочка и все. И мы идем тестить Минотавр, тыковка, Анубис, Купидон. Шестьдесят седьмой.
А вот будет на Минотавре ремочка. Насколько все проще будет, ребята. Просто зашел, кинул, он сразу разбил. Ну, мы до этого дойдем тоже. Конечно, по героям я даже не знаю. У нас и хватает только Ронина. Одного Ронина. Все герои есть. Сейчас я вот сколько проходил вот подземки, даже смотрел там донатные аккаунты. Люди тоже много донатили, но там нету ни Некросов, ни Вольтов. Там многих героев просто нет. А тут за минимум просто все, что надо, достали. И акции вроде такие, ничего интересное. Так, есть. Так, ладно, я запарился. Так. Ни хрена себе, да ну нафиг, сколько они стоят. Жалко. Лучше эти самые пустить на прокачку таблетки. Это мы тоже сделаем. Так. Еще немножко. Еще немножко, еще чуть-чуть. Скоро мы начнем лаву фармить. Все будет тип-топ. И доберемся до архидемонов. Герои у нас как бы вроде плюс-минус все есть, которые нам надо. Таланты тоже мы им уже практически подоставали. Так, есть. 69, еще 2. Еще немножко. Вот это вот больше всего то, что вот надо так долго фармить золото ману. Где вы этих стрелков понабирали столько? Ужас. Надо и своего прокачать. Но столько героев на прокачку у нас. Я даже теряюсь, кого в первую очередь мы будем качать. Вообще супер. Так, и последний. Последний наш заходик. О, нормально. Сейчас должны. Давай, Минотавр, соточка.
Еще чуть-чуть. Так, вот наш жесткий Анубис 71. Выбираем у него воодушевление и ставим ему 5-й сет гнева. И теперь смотрим. 12%. Смотрим, что он сможет реально сделать. Будет ли он вообще критовать в таком состоянии. Так, пока не вижу. Не видно, не видно. 12% маловато. Ну, героев довольно-таки неплохо сливает. Крита что-то вообще не вижу. Вот крит был. Вот оно. Вот, вот теперь для чего гнев топово. Если у вас нету эволюции, вот оно тебе зайдет хорошо. Плюс грубая сила. Будет, думаю, очень интересно. Конечно, как видите, шанс все-таки очень-очень-очень маленький. Но критует. На подземках это будет очень интересно посмотреть. До этого мы дойдем. Сейчас мы тут посмотрим. Не, криты есть. И криты не маленькие, я вам скажу. Супер. Думаю, он нам очень поможет в подземках. Именно в такой сборке. В принципе, думаю, все. А, в принципе, не думаю, не все, ребята. У нас еще ж акцию мы не добили. Сейчас мы добьем акцию и... И будем с вами прощаться. Ой. Да, неплохо, неплохо. Не знаю, что тут у нас в этот раз. Ну, здесь интересные плюшки падают. 15 камней, скорее всего, забрали. Либо 15 чего-то. Тут осколки неплохо падают. Так. Ну давай, 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 давай. Что-то интересное тоже упало. Знать бы, что там следующее, а так не видно. Так, ну что? А, ну нам еще ничего не пришло. Вот оно, посыпалось. Блин, да круто. Смотрите, опять карта. Вот, вот я не понимаю, почему у нас такое нельзя сделать. Смотрите, какие топовые награды. На забытую, на забашку еще одна карта. Камни нападали, это обычные причем. Но камни мы получили, по-моему, с этого. Пусть будет. Монетки. Круто. Книжечки, круто. Смены талантов. Блин, да круто. А у нас такого нет. Печалька. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал, обязательно ставьте, ребята, лайки. Будем дальше трешивать. Всем пока.